Значит, почему я не стала ходить в изиску? Вы все должны это знать. Там показали фотографию с их точки зрения хипстера и попросили описать. Когда люди сказали, что это прекрасный, тонкий юноша, который, наверное, фотограф, а это был Сталин в молодости, я поняла, что нам бы этих людей я не буду к ним ходить. Все. Нечего добавить. Ну да. Похлопаем первое. Спасибо за ваше выступление. Вы можете садиться, и кто следует?